Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас будет видеообзор на вот такую шоколадку Альпенгольд капучино, молочный шоколад с начинкой. Эту шоколадку я покупаю уже не первый раз, мне очень нравится, очень вкусная. Купила ее за 35 рублей со скидкой в ленте. Стоила она, наверное, рублей 60, я так думаю, не знаю даже точно. Я ее всегда покупаю со скидкой. Вот. Тут у нас состав вот такой, но на него я сделала фотографию, она будет в конце видео. Также здесь 90 грамм. Посмотрим, что с этой стороны. Что-то там, не знаю, нужна ли вам эта информация. Так, 161 килокалорий в 30 граммах. Ну, короче, много. Вот, также она здесь открывается вот так вот. То есть ее можно открыть и потом закрыть. Вот. Сейчас мы ее с вами откроем и посмотрим. Так, она у меня на данный момент мягенькая. Она лежала у меня в комнате, то есть не в холодильнике. Так это выглядит она. Сейчас мы внутри посмотрим. Ну, она просто вот шоколадка шоколадкой. Она такая нежная, мягенькая, тепленькая. Такой прям вкус капучино, как будто его запекли так вот, шоколад положили и запекли. Или так, знаете, он просто превратился в шоколадку. Не приторная сладкая, нормальная такая. В принципе, вот тут виден прослойка. Вот. Как на картинке изображена. Сейчас вот тут покажу. Вот она прослойка. А, ну картинка по-другому. На картинке внизу шоколад, а сверху вот что-то такое. Ну, здесь совсем по-другому все, как всегда. Хотя сейчас пробуем. Тут кончиков тянется. Хотя нет, что-то есть похожее. Очень такая на вкус, но очень приятный на вкус. Советую. Обязательно пишите комментарии. Мне будет очень интересно, как оно вам на вкус. Нравится оно вам, не нравится. Может быть, какие-то рецепты, вы что-то из нее делаете. Также хочу сказать, у нас следующий сейчас будет обзор вот на такую шоколадку. Ссылку я оставлю, видимо, либо на видео, либо в описании. Вот, мне самой даже очень интересно посмотреть, что там внутри этой шоколадки. Вот, а сейчас будем с вами прощаться. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Пишите обязательно комментарий. И всем пока-пока!